it's a great honor to be here at this event. Our Prime Minister Narendra Modi ji, he's a great visionary leader, and to have him painted by a Russian painter, it's really amazing. The moment we entered here, for a short while, I felt I'm in India actually, and the way it has been painted, and in the background we have the Himalayas, and the best part that we find in this painting is our honorable leader's eyes. It's so kind. It's so visionary the way it has been put, and in this scenario we have him as not just a great national leader, but also in a way a spiritual leader, someone who leads our country and guides us forward. So we are very happy and that we have a Russian painter having done this, and we look forward that more of such Indo-Russian interactions in the sphere of culture happens, and we have more such activities and joint initiatives together. Thank you so much. With this beautiful Indian painting and such good things hearing about India and this energy about India, for a very short while I thought I am in India, in Russian diaspora. Вот когда только что господин Шаранц шагнулся, но нога его ступила, он почувствовал дух Индии. Он подумал, ну вот я вот в Индию домой вернулся, потому что увидел Гималаи, Нарендра Моди с нами, вот лики, все. И, так сказать, увидел еще представителя индийской диаспоры, господин Анатолий, ну все нормально, вернулся домой. Видите, как удалось художнику вызвать иллюзию реальности и создать перемещение в пространстве. Вот, да, давайте попробуем. Я хочу сказать, что мистер Шарунга Сукрит из фамилии, из династии премьер-министра Индии, второго премьер-министра, который, кстати говоря, среди некоторых слоев населения почитается даже больше, чем Махатма Ганди. Я лично проводил опрос социологический, я называл трех великих деятелей: Махатма Ганди, Джавахарлал Неру. Принесите имя вашего министра. Лал Бахадур Шастри. Да, Лал Бахадур Шастри. Вот! Большинство называли имя вашего прадедушки. Поздравляю. Социологический опрос. Вот. У нас такой человек, понимаете, смысловой, сакральный. Это просто удивительно. Вот из этой, значит, линии сейчас мы крепим. Расскажите о вашей фабрике, прошу вас. We make amphibious boat. It's a Russian-Indian project. Вы представляете, амфибии, самые скоростные мини-яхты, российско-индийский проект производится в России. Made in Russia, we supply all over the world, to Dubai, to Canada, and right now we are the fastest boat in the world, and it's a Russian-Indian project. Scientists from Russia, scientists from India join hand, and we make a boat which travels at 200 km per час по воде. Вы представляете, российские, самые лучшие светила науки, индийские, самые светлые мозги соединились вместе, микс, и дали 200 км в час. По воде. Ну, это же, ну, практически скорость трассы BMW. А где они продаются? Вот, да, да. Крым все. Дорога на Крым. As of today, this project has saved more than 500 lives in India, mm-hmm. in floods, in Gujarat, mm-hmm. in Prime Minister Narendra Modi's state. Yeah. Built in St. Petersburg, made in St. Petersburg, sent to India. Вау. Wow. Произвели в Санкт-Петербурге, отправили в штат Гуджарат, откуда сам наш Нарендра Моди, действительно духовный пастырь нации, то есть 500, вот уже там. Anything else? You only participate in the St. Petersburg Economic Forum. Yes. Господин Шаран с 15 по 17 в Петербурге. После этого все дружные индийские делегации, 50 человек, мы выезжаем на московский форум к нашему другу Анатолию Белоусову. Понимаете, то есть мы крепим. Москва, две столицы, Индия. Там и Дели подтягивается. У нас пресса «Московский комсомолец», да, или как? Нет, это еще и «Московские новости». Посмотрите, какая леди, какая грациозная. Давайте похлопаем. Ну, так как я представитель все-таки женщин, русских женщин, я хотела у вас поинтересоваться, как все-таки индийские мужчины относятся к русским женщинам у вас. И все-таки у нас культура как и разная, так и есть что-то схожее, все-таки отношения, потому что у нас в мире есть иногда такое мнение вот здесь, да, что к русским женщинам могут как-то не так относиться. Вот. Хотелось бы лично от вас услышать ваши отношения все-таки к русским женщинам. I feel the difference between Russian and Indian lady is just the language and the physical looks. Inside they are the same. То есть для меня женщина всегда остается женщиной.
То есть они отличаются, может быть, так, Russian language. In India. The only difference is Russian language. Russian language, yes, I want to tell you this. Inside, they are the same, India and Russia. Только языковое отличие. Он не видит никакого другого отличия, кроме языкового. Они внутри точно такие. They are the same beautiful, they are the same caring, заботливые, yeah. ревнивые, милые, ласковые, добрые. Браво! Шикарно просто. То есть вы никакого разделения не видите, но и не дискриминация. Вот это прикол. Вас, вам понравился этот ответ? Да. И такая подробность. Господин Шарль Сукрит лично принимал участие на знаковом таком недавнем мероприятии, такого масштабного культурного значения, когда великий князь, большой друг Александра Александровича Шилова, давнишний друг, великий князь Михаил Романов, женился в городе Санкт-Петербурге и подарил ему яхту! Давайте поприветствуем! Спасибо за подарок! Воистину королевский подарок! Thank you so much!